Дышать полной грудью. В трамвайно-троллейбусное управление поступила первая партия рециркуляторов. В соответствии с поручением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, весь общественный транспорт оснащается устройствами для обеззараживания воздуха. Их действие направлено на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. Рециркулятор – это устройство, которое устанавливается в салоне подвижного состава, внутри автобуса, трамвая, троллейбуса, и своим действием способствует тому, чтобы вдыхаемый пассажирами воздух был вот очищен от всяких вредных элементов и примесей. Эта работа направлена на то, чтобы сделать поездки в общественном транспорте еще более безопасными. Это дополнительная мера, которую мы принимаем вот в это вот непростое такое наше санитарно-эпидемиологическое время. Несколько трамваев 1, 4 и 18 маршрутов уже вышли на линию с установленными рециркуляторами. Они включаются перед выходом на маршрут и будут работать на протяжении смены. Принцип прост. В корпусе находится светодиодный ультрафиолетовый излучатель. При помощи вентилятора воздух из салона направляется внутрь, где проходит через бактерицидную лампу, после чего снова подается в салон. Степень очистки, которую способен обеспечить прибор, рассчитывается прежде всего из объема помещения и мощности самого аппарата. К доставленной партии прилагаются паспорта каждого устройства. Производительность данного рециркулятора 35 кубов в час с учетом пассажиронаполняемости. То есть мы рассчитываем, что за полтора часа с учетом движения вагона и смены воздуха полностью мощность рециркулятора будет хватать. Как отмечают специалисты, такие рециркуляторы полностью безопасны для человека, животных и растений. Попадания прямых ультрафиолетовых лучей нет, поэтому ожогов кожи или слизистых оболочек не возникнет. Таким образом, без вреда для здоровья можно находиться рядом с работающим устройством, не покидая на это время салон транспортного средства. Диана Гамзанова, студент-медик, каждый день пользуется общественным транспортом, чтобы добраться на учебу. Она, как никто другой, осознает опасность заражения респираторными заболеваниями в общественном транспорте. Рециркуляторы – это хорошая идея, потому что очень много людей сейчас болеет, и, наверное, это снизит риск заражения разными болезнями, ОРВИ и прочее. Рециркуляторы уже появились в 7 трамваях и 3 троллейбусах. К 15 ноября планируется установить 45 комплектов, а к 30-му оснастить оставшийся подвижной состав. Всего в планах обеспечить рециркуляторами 1200 машин, трамваев, троллейбусов, автобусов. Не забыли и про станции метрополитена. Там будут смонтированы более мощные установки. В департаменте транспорта отметили, что наличие устройств обеззараживания воздуха не снимает с пассажиров обязанность носить маску на протяжении всей поездки. Также для минимизации рисков заражения коронавирусом, гриппом и другими сезонными инфекциями перевозчик продолжает мойку и дезинфекцию транспорта. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.